Формула будет 3 раунда по 3 минуты. В красном углу ринга отдыхает представитель города Умань, перворазрядник Альберт Домокуров. Он 92-го года рождения. Тренируется в Уманской ДЮ США, спортклуб «Ринг». Боксом занимается 2 года. Провел 23 боя, 18 одержал победу. Наилучший показатель – 5-е место на чемпионате Украины в городе Донецке в 2012 году. Тренируется под руководством тренера Виктора Петриченко. Спортивная цель Альберта – стать заслуженным мастером спорта. Кроме бокса, увлекается футболом.
Синего Блоринга отдыхает Николай Токарчук. Он 83-го года рождения. Я понял. Приготовится третий паре боксеров. Александр Царенко, Вулкан Сергей Мунка, Спартак, категория до 60 килограммов.